спільне бачення. Я сьогодні, так сказати, стажируюсь. Поток людей. Ребят, что у вас поесть есть? Бутерброды. Все. Пацаны все в экипировке. Мужчины защищают нас. Все. Пацаны все в экипировке. Мужчины защищают. Вот, вы можете наблюдать поток людей, который идет в сторону Майдана. Они никуда не уходят, они приходят. Они будут стоять. Не знаю, всю ночь, не всю, сейчас холодно, но люди идут. Никто никого не боится. Пока что все спокойно. Мы сейчас на Банковую. Мы сейчас идем дальше в сторону Банковой. Попробуем посмотреть, что происходит с кордонами космонавтов, где они там заканчиваются, откуда подтягиваются люди. На санках подтягиваются такие мягкие покрепче. И это правильно, потому что ночь впереди. И стоять надо, конечно, мужикам. Ну, как видите, да, женщин сейчас очень мало в потоке идет. Практически все мужчины. Крепкие, сильные. Опора Майдана. Да, да, да. Сейчас будем искать девчонку, которая, в общем, решила идти на Майдан. Будем общаться. Ага. Ну, а вот да. Там еще дальше. Нет, там мальчишки. Так, сейчас передам камеру Руслану, потому что моя рука отмерзает. Ага. Нужно надеть перчатку. Вот вы видите, действительно, люди идут на Майдан, и людей много идет. Это, по-моему, там идет девушка. Сейчас мы обязаны просто к ней подойти. И, ребят, будьте осторожны, потому что на улице реально скользко. Ребята, добрый вечер. Спільно бачення, прямой эфир. Вас сейчас видят в интернете. Мы хотели вас спросить, как у девушки. Сейчас идет огромный поток мужчин, естественно, на Майдан. Все ожидают разного. Почему вы идете на Майдан? Ну вот расскажите, что вас привело. Дома, когда такое происходит в стране. Это невозможно. Я не знаю, я сидела полдня дома, у меня просто из квартиры не упускали родители, бабушка там просто ложилась, говорит, куда не пойдешь. Ну, вечером приехал папа, сказал, мы поедем. Вот, так что да, мы тут стоим и будем стоять дома. Вы нам звонишь, так и это. Ну, пока они успокоятся. Что вы ожидаете от сегодняшней ночи? Ну, будет что-то, не будет? Спокойно. Не знаете? Думаете, надеюсь, спокойно будет? Надеюсь, спокойствие, да. Ну... Потому что вот эти вот разгоны нам уже... Ну, сейчас обстановка спокойная. То есть да, мы везде прошли. Сейчас нормализовалось. Там песни поют, фотографируются рядом с Верху. Там мы тоже смотрим. Да, обстановка хорошая. Главное, чтобы люди были спокойны. Спасибо вам. Сейчас мы посмотрим как раз на этих стражей порядка и стражей закона. Что на самом деле они охраняют. На самом деле, что крутого по поводу Майдана, ну вот мы как я и мой друг Руслан,
Мы приехали со Львова, нам по 17-20 лет, студенты, как бы что-то, это такой беспрецедентный опыт в нашей жизни, то есть действительно революция, которая будет написана на, в книгах, которая будет описана, которую нельзя будет умолчать, которая есть, которая сейчас видит весь мир, это не так, как в древности, то есть все по переписи или устно, здесь все, вот смотрите, здесь все, да, смотрите, в прямом эфире. Все как на ладони. Героям слава! Что самое крутое, это просто удивительный опыт жизненный, который можно научиться. То есть ты каждый день проходишь через тысячи людей, и это что-то невероятное. Особенно, когда ты стоишь в охране, и когда на эту стелу лезут люди просто толпами. То ли чтобы выйти на сцену, то ли какие-то организаторов ищут. И ты должен понять, кого пропустить, кого не пропустить, должен помочь, должен понять, кому помочь, кого нужно отсеять, потому что это, так сказать, люди. Привет! Да. Привет от «Спільном баченні». Привет! Меня зовут Лина Клебанова. Я Руслан. Это Руслан. У нас здесь народ меняется все время. Ну, понятно, холодно очень. Больше 4-6 часов. Ну, Богданка наша героическая сегодня 10 часов была с камерой. Это вообще что-то невероятно. Вот сейчас лежит ее, значит, отпаивают как-то. Она бьет за бой обратно за камеру. Ну, потому что мы понимаем, что сегодня, ну, реально такая напряженная ситуация. Мы постарались вывести максимальное количество камер. В этом смысле, кстати, вы нам могли бы очень помочь. Мы приспособились снимать с андроида. Значит, причем снимать в разных местах. У нас уже есть возможность. Единственное, что реально не выдерживает техника, но время от времени падает. Поэтому, если возможность подтянуть, пусть не финансово, но хотя бы технику посюзанную, поддержанную, было бы замечательно, помощь была бы невероятная. Пишите нам на Спильна ТВ. Есть адрес. В чем-то суть тут. Это... Я вам хочу сказати, що атмосфера на Майдані набагато тепліша, ніж в будь-якому іншому художку Києва. Кстати, да, здесь... На Майдан, дійсно так, настільки холодно, там виходиш на Майдані, тут набагато тепліше, навіть на Майдані, на дійсно тепло і весело. І нет вітру. Практически. И снова-таки по поводу спільнобачення, что в чем-то суть. Это не коммерческая организация, то есть это абсолютно волонтерская программа, чтобы показывать людям действительность, то, что есть. Вот как сейчас мы в прямом эфире идем по Киеву с Майдана, идем посмотреть на Беркут, на Банковую, на администрацию президента, насколько мы это вообще сможем увидеть все. Ну, то есть поэтому ребятам нужна помощь. Ну, в общем, это круто реально, что такое существует, вне зависимости от политиков или каких-то олигархов, или каких-то ужасных систем, которые рушат другие нормальные системы. Во, мои мужики тут говорят, что нужно менять смены, что иначе все попадают. А стандартный вариант как бы для смен – это 4-6 часов, ну, как бы на морозе, потому что реально больше выдержать сложно. Музыка согревает. Мы когда под стеллой стояли, как бы крутили там экшен непрекращающийся, музон со сцены. Но нам кричали, что вы устраиваете дискотеку на Майдане. Ну попробовали бы они на морозе постоять тупо как бы 4, 6, 8 часов. Это же нереально. Таким образом раскручивали как бы не только динамику и драйв Майдана, но люди элементарно согревались. Да и сам Ницше говорил, что жизнь без музыки была ошибкой. Любая революция без музыки была бы ошибкой. Великая французская революция была написана Марсельезой, гимн Франции сейчас. Поэтому, ребят, не говорите, что мы здесь танцы или дискотеку устраиваем. Мы, естественно, все понимаем, что это не только музыка, не только стишки или еще что-то, но это реально нужно, чтобы как бы поддерживать этот дух, чтобы люди не стояли на месте, чтобы они не уходили именно просто от холода или от скуки. Ну, представьте, если бы это была просто постоянная лекция со сцены. Это же с ума люди сойдут, сдуреют просто.
Вот смотрите, еще одна клевая вещь, которая вообще возникла здесь. Кто-то говорит, что про там всяческие базисы и надстройки. Кто-то говорит про экономические обоснования революции. Но иногда революции бывают и эстетическими, и культурными. И от этого происходит сумасшедший толчок. То, что произошло как бы на Майдане, вот под стелой, то, что было в начале здесь, это была действительно как бы абсолютная эстетика нового. Это была Европа в центре Киева. Это то, чего вообще не ожидал никто. Это были потрясающие новые, свежие европейские лица. Мы подходим к кордонам возле администрации. Как видите, народ тянется от дальних станций метро. Ну, Крещатик перекрыт. Понятное дело. Более того, там стоят кордоны на дорогах и не пропускают транспорт, поэтому люди идут пешком. Так, вот смотрите, что у нас здесь. Ну, с этой стороны стоят просто гражданский актив. Ну, там сверху ударовцы с флагами, понятное дело. Как они без флага? За кордоном. О! Космонавты, видите, где? Далеко-далеко. Меняются. У них там пересменка. Как им не холодно, бедным, я не знаю. Блокируется как бы здесь, и как бы пустая территория. Ну, порядка метров 300, наверное. Метров 150. 150? Больше. Ну вот, ребята говорят, что 150 метров. Надо было залить каток и порать. У нас... Окей. О, замечательно. Я так смотрю, обстановка веселая, как бы накала не наблюдается. Радостная. Давно стоите? Часов. Со скольки? Часов 7.
Ого! Слушайте, не померзли здесь? Да. А, мы то есть, ну вы там. Да. Ну уже хорошо. Если мы уже стояли, то уже все. Памятник Ленину был. А вы откуда? А мы за спільне бачення. Это прямая трансляция. Во, народ сейчас смотрит, машите лапами. Работает. Лапы машут. Передавайте. За деньги здесь, да. Ага. О! Это коммунист. Ну, как бы, ради бога, на здоровье. Как бы у каждого свои мухи в тараканы. За евроинтеграцию. Ну, смотрите, шестой час стоят ребята уже. Слушай, ну они меняются хоть время от времени? Что у них происходит? Мы там чаем попоили. Да. По 6 часов стоят. Слушай, ну вот так выстоять 6 часов, это же невозможно. Час меняют. Нет, шестой час стоят с той стороны, шестой час стоит пост. Слушай, ну холодно же, можно примерзнуть просто к месту. Снегом присыпаются. Меняются на Грушевского, они... Наверное, не хватает просто чем меня. Ну, не потому что, ну, я стирю, мы же там конечно, не хватает. Ты знаешь, мы может быть, они меняются между собой. Одни с той стороны сюда приходят. Подержи камеру, поговори с ребятами. Ребята, ничего не расскажут. Ребята, что вы думаете по поводу этой ночи? Ну, как вы думаете, будет что-то, не будет? Думать нечего. Тут надо просто стоять ночью и быть здесь. А думать будем утром. Дай бог, чтобы она была ночи. Как обычная ночка. Да. Ну вот скажите людям, которые сейчас смотрят нас, чтобы они не думали, а шли сюда. Не бойтесь, приходите. Да. Все приходите. Я серьезно, честно. Здесь очень классно. Чем больше здесь нас будет, водичка, тем спокойнее будет есть ночь. Чаечек, да. Все мирно ходят, стоят. Ребята в оцеплении тоже спокойные. Улыбаются, чай пьют, угостили их. Все нормально. И чем нас больше здесь будет? А, смотрите, ребята, как бы сейчас нам сообщили, что на углу Шелковичная и Богомольца трактора и экшен. Мы попробуем переместиться туда, посмотреть, что происходит там. Если ребята как бы здесь, то здесь. Если там, идем с нами. Все, ребят, удачи вам. Вам удачи. Спасибо. Вот вы видели автобус, да, сейчас. Знаменитые киевские новые автобусы. Разъезжающие по Киеву. Переносящие в себе тех, кто предназначен защищать народ. Как всегда, люди скандируют «милиция с народом», але, як ми бачимо, не завжди це так. Знаєте, любі друзі, не тільки танцями можна зігрітися. Я вам потім з часом покажу зарядку, от, яку я придумав сам для себе. Я напевно зарядку на Майдані. Я за все життя не думав, що я так буду любити зарядку, як я її полюбив на Майдані. Там декілька буквально легеньких, простеньких справ, які на півгодини, ну навіть на більше часу тебе дійсно зігрівають. Да, якщо ще закинутися чаєм з імбірем. Ні, на самом деле, да, это как раз то, о чем я говорил. Майдан — это такая жизненная школа, и вот если Руслан, наверное, такой же, как я, который зарядку никогда в жизни не любил, то и полюбил здесь зарядку, то там много о чем говорить на самом деле. Так, это у нас здание Нацбанка, верно? Да. Да, замечательное, замечательное, чудное здание, русская барокко. Роскошная, вообще нечеловеческая красота дореволюционного Киева, которая сохранилась, в общем. Кстати, это был первый царский банк, который был расположен здесь, так что он как-то по наследству перешел. Вот. Надеюсь, у нас все будет нормально. Алло, какое объявление? Так, как вы слышите, сейчас какое-то объявление будет новое для нас. Объявы какую? Так, сейчас подождите. Ребята, смотрите, нам сейчас звонят, просят как бы объявления. Нужны, говорите, ребята, что надо. Нужны самки под стеллу. Так, нужны самки под стелы, чтобы привезти казан с едой под администрацию президента. То есть нужны большие сани, на которых можно было бы перевезти. Если у кого-то есть, тащите. Еще. Значит так, внутренние войска, вот мы говорили с ребятами, да, они реально стоят холодные и голодные, реально.